файловой системе. Это очень удобно, это тоже одна из основных фишек фреймворка. Можно переходить на страницу в другую, сразу в файловой системе это делаю. Могу даже сразу проиллюстрировать, забегая вперед, как это работает. Надеюсь, сейчас видно. Это официальный стартер из репозиториев Next.js. Здесь мы можем видеть, что у нас есть специальная вкладка Pages. Все, что находится в вкладке Pages, кроме индекса, оно сразу превращается в роуты. То есть мы сразу получаем маршрутизацию основанную на этой папке. Мы отдельно можем получить пост. Здесь сразу видно одна из прелестей этой маршрутизации. Мы можем взять название в квадратные сутки, и туда будет подставляться автоматически. Мы будем получать этот свак сразу здесь. Это очень удобно. Гораздо удобнее, чем в том же React роутере. В том числе в нем есть автоматическая поддержка TypeScript. Это прекрасно. Разделение кода объединения. В нем есть определенный алгоритм разделения пакета, созданный командой Google Chrome, который действительно улучшает фреймворк. Соответственно, быстрое обновление, сделанное в Facebook. Постепенная статистическая регенерация, что тоже одна из основных фишек фреймворка. И аналитика. Ну, аналитика – это приятно, но это не основное, ради чего фреймворк выбирается. Почему не SPA, который сейчас популярен? Почему мы хотим уйти от него? Во-первых, низкий рейтинг в поисковых системах. Это неприятно. Это известная проблема. Скорость работы и доступность. Доступность тоже влияет на рейтинг в поисковых системах, вызывает хаосы и так далее. Процесс генерации здесь очень хорошо написано. Пререндер. Это даже если мы избегаем проблемы с поисковыми системами SEO и используем пререндер, чтобы избежать. Это более 3 секунд. Значит, она будет считаться сервис не оптимизирован. И мы опять же проваливаемся в резиге поисковых систем. И надо понимать, что у нас загружается весь код JavaScript, скомпонованный в единый файл в SPA. Это неудобно, это нехорошо. Только после этого мы строим дом. Мы убегаем от этого. Но почему не SSG? Почему не серверная генерация статистическая? Это было бы удобно. Но статистические сайты, увы, не подходят нам. Потому что нам придется тратить долгие часы на сборку. Представьте, вот здесь очень хорошо написано. Даже если каждая страница нашего сайта генерируется за миллисекунду, а на сайте у нас 100 тысяч страниц, мы будем ждать несколько часов. Это неудобно, это непрактично. И такой сайт будет плох и как SPA, и как SSG. Наша задача – это в идеале приложение, чтобы достаточно интеллектуально, чтобы понимать, какие категории товаров, например, есть у нас магазин, изменены, и не испытывая необходимости полной пересборки, это улучшать. Ну, соответственно, эту проблему предлагает им решать на Next.js в том числе. Почему именно вам? До Next.js уже пытались решить эту проблему, но у проектов, которые решали данную проблему, было слишком мало контрибьюторов. Это были заготовки проектов для быстрого старта, базированные на других библиотеках. Они не обновлялись под новую версию React.js, что тоже неприятно, они быстро устаревали. И была реализована только часть функционала. Ну, а Next.js имеет большое количество звезд, большое количество контрибьюторов, обновляется под версию React.js и реализовал почти весь нужный нам функционал. Соответственно, вот ISR. Инкрементальная генерация статических сайтов. Она и решает приведенную выше проблему. Мы получаем генерирование с отдельных страниц без необходимости перебирать весь сайт. Мы используем SSG, но лучше. Благодаря этому мы можем быть сгенерированы во время работы проекта по запросу, во время сборки, что, конечно, приятнее. Вот здесь хорошая иллюстрация с сайта Next.js, что мы можем взять два варианта. Либо build faster, либо cache more. То есть либо мы сделаем за раз больше страниц, мы не генерируем ведь все, как слева в Jamstack. Мы либо генерируем самые популярные страницы, либо чуть побольше. Ну, соответственно, те, которые build faster, мы быстрее собираем проект, ну и кошмар дольше. Но мы можем это выбирать. Но сейчас позволяет указать повторную валидацию для каждой страницы. Это первое удобство. Первый запрос к странице приведет к передаче кэшированной страницы, что тоже хорошо. Мы сразу выдаем страницу, мы не ждем. Данные товары наносят изменения, после чего мы даем сначала ту же версию страницы, а потом уже формируем новую. Вот мы получаем запрос на регенерацию той же страницы и дается ее кэшированная версия. А потом уже вызовем процесс регенерации. Ну и, соответственно, вот мы получаем новую страницу, что прекрасно. SSR. Напоминаю, что у нас есть также в Next.js возможность использовать серверного рендеринга. И ISR – это не всегда то, что нужно. Например, вот тут пример. Лента на фазе Facebook не может выводить устаревшие данные, как выше из кэша. Это просто недопустимо. В таком случае мы можем просто выбрать серверный рендеринг. И фреймворк гибридный мы просто ставим наш нужный хедер, и получаем все. SSR. Таким образом, проект, который по большей части может выдавать устаревшие данные в угоду скорости и удобству, выдает их. А там, где это критически важно, мы выбираем SSR. А SSR – это не только кэширование, это надо понимать. Например, между сеансами развертывания мы сохраняем сгенерированные страницы. Мы получаем специальный идентификатор. При открытии проекта, например, указано, можно поменять ключ, он указан на предыдущее развертывание. Это значит, что можно заглянуть на предыдущий мутабельный вариант развернутого проекта, и он будет работать точно так же, как ожидается. Это прекрасно, это удобно. Примеры применения.
Интернет-магазин – вот самый популярный пример, который приводился и выше. Next.js Commerce. Нам не придется генерировать за раз весь миллион сайтов, мы просто их будем генерировать по запросу. Статистические страницы – это удобно. Статистические страницы пишутся на Next.js очень легко. То есть вот то, что мы можем делать. Теперь вопрос, почему Next.js делает нас быстрее? Во-первых, вот тут пример. Пользователь переходит по URL, система выявляет адрес и обращается к серверу. Выполняется быстро. Но он снимает. Это вот шаги, которые мы вообще обычно имеем, когда делаем сайт. Вот. Тут очень хорошая картинка из другой статьи. Тут сначала Network Request, потом HTML, CSS, CSSP. И смотрите, у обычного SPA мы ничего не имеем до того, как у нас загрузятся JS, ассеты и так далее. А в прогрессивном приложении, которое мы имеем с Next.js, мы все получаем уже на третьем этапе, на третьем, даже не на четвертом, и тем более не после пятого. Это прекрасно. Вот здесь можно почитать подробно об этом. Пока сервер не вернет HTML-код страницы, пока мы не загрузим важнейшие ресурсы и не сделаем подгрузку рисунка в фоне, пока мы не распарсим код, пока мы не смонтируем дом, мы не получим в реакции наш сайт. Мы будем ждать с пустой страницы. Next.js выдаст ее сразу. Это прекрасное ускорение. Маршрутизация – одна из основных фишек. Мы имеем файловую систему маршрутизации. Вот, например, Pages, Index.js, Book.js Profile. Вот сразу видно, как он создает URL. Нам не нужно ставить специальный роутер, нам не нужно прописывать роутер руками и так далее. Ну, это очень удобно, это гораздо лучше, чем в React, в любом React-роутере практически, сколько бы их ни было. Также вот здесь видно, что у нас есть динамические, которые я показывал только что в примере. Вот у нас тут Slack. Здесь точно такой же ID.js. Это удобно. Но можем ли мы сделать большую важность, как указано? Вот у нас, кстати, news, динамичная категория, динамичный тип категории, динамичная лига, динамичная команда. И мы просто можем сделать многоточие. Таким образом, мы можем туда вставлять столько, сколько мы получим поэтапно динамических частей. Мы просто делаем универсальный маршрут. Это тоже очень удобно. Кто использует Next.js? Много кто. GitHub использует, TikTok использует, Binance использует. Метод применения как в финансовых сферах высоконагруженных, в видеохостингах, высокоинтеллектуальных проектах. И, соответственно, в основе Next.js лежат 7 принципов веб-приложений. Во-первых, предварительно обработанные страницы не являются обязательными, мы можем избегать этого за счет SSR. Мы немедленно действуем при входе пользователя, что прекрасно, что было выше указано на вот этой вот картиночке, которая очень хорошо показывает. Мы реагируем на изменения данных, мы контролируем обмен данными с сервером, мы не ломаем, соответственно, историю переходов, пуш-обновления кода используем без сохранения состояния для перерисовки за счет ISR и прогнозируем поведение пользователя. Итог. По словам команды, многие из целей, которые они поставили перед собой, были перечислены в 7 принципах создания веб-приложений. И вы, соответственно, поймете, что она в надежных руках. Используемые материалы. Вот основные плюсы Next.js. В принципе, все. Да, большое спасибо. Так, коллеги, давайте по вопросам. Алло, меня слышно? Я просто сейчас другого. Да, слышно. Вопросов у меня нет. Так, коллеги, у кого есть вопросы? А можно вопрос по докладу? А, меня слышно? Да. Да, слышно, конечно, даже. Да. Слайд про то, что ну, SPA противопоставляется, ну, вот как бы этому фреймворку, а можно знать, почему. В чем заключается это противопоставление? То есть разве нельзя использовать Next, ну. То есть разве не эффективно ли будет использовать Next для ну, рендера на сервере, там даже одностраничного приложения? Или... Next противопоставляется SPA, потому что Next не поддерживает технологию SPA. Он просто другой. А он не всегда эффективнее. SPA местами удобен иногда. Но это не тот случай, тут описано как раз, когда именно мы хотим убежать из SPA.
когда нам хочется рейтинг поисковой системы, когда нам принципиально важна скорость работы и доступность проекта, тогда мы не хотим использовать SPA, выбираем гибридный Next.js. Ну, к тому же он быстрее просто гораздо, за это его очень любят. Я этим плохо поняла концепт SPA, я думаю, это просто как бы суть приложения, то, что у него всего лишь одна страница. Нет, SPA — это когда мы... фактически нет, у нас не одна страница. Главное в данной ситуации, что мы весь код JavaScript, фактически, мы его бандлим специальным образом, и мы его грузим весь. А потом он уже будет строить дом документа. Если у нас либо пререндеренная страница статически, либо серверный рендеринг, мы не собираем весь JavaScript-код фронтенда в один кусок. И потом не монтируем дом. Мы это делаем по-другому. И поэтому получаем ускорение. То есть SPA — это технология, а не одна страничка. Фактически. Я надеюсь, все понятно. Объясню. Так, коллеги, давайте еще подумаем вопросами. Скажите, кто-то уже практиковал, о чем Денис рассказывал у себя в рабочих проектах, там учебных? Ну, только на AxeView. Понятно. Ну, я как понял, это одно и то же. Периодически существенно бачка отвлекает. Так, коллеги, если вопросов нет, то давайте тогда дальше переходить. Или если есть вопрос, давайте зададим. Нет, тогда дальше предлагаю переходить. Не под рукой, к сожалению, список докладов. Так, ну давайте я дальше по списку. Да. Так. Так, видно, да? Да. Да. Все, так. Хотел бы рассказать вам про интеграцию REST API от Flask и React-приложения. Для начала я создал проект React через известную вам всем команду и создал серверную часть. Это получается, простейший роутер. И... также я настроил расширение для Flask для обработки совместного использования ресурсов между источниками. Вот. Первый способ интеграции был заключен в добавлении в конфигурацию прокси. Это то есть именно ссылка вместе с портом, на котором находится наша API-шка. Flask по стандарту открывает 5000-й порт, и поэтому именно туда будут запросы от фронта к нам будет идти. Вот. Первый способ именно заключается в этом, добавление прокси в конфигурацию, и потом с помощью fetch мы отправляем данные, запросы на API и получаем соответствующие данные, будь то из базы данных, из обычных коллекций, там уже как надо будет для работы. Вот. И чтобы ускорить, я снял демо-версию работы. То есть сначала мы запускаем сервер Flask. Вот он запускается на 5000-м порте. И дальше стартуем наш приложение React. И он сразу же нас
отправляет в браузер, долговато загружается, и в итоге, так, сейчас, секунду, вот так вот, вот вы видите, сначала было high, это по дефолту стандартное, было стандартное значение, и именно, как можно было видеть на предыдущем слайде здесь, вот, мы отправляли дату, словарь с значением интеграции пришла успешно, и он отработал. Так, второй способ – это использование HTTP-клиента, основанное на обещаниях, то есть асинхронный клиент, Access называется, и тут мы непосредственно в коде в нашем коде React отправляем соответствующие запросы, уже указывая полностью путь и к endpoint на API, и получаем соответствующие данные. Так, вот также презентация. Также мы запускаем два проекта, их можно для удобства и для сохранения памяти, и как вообще интегрировать с докером и запускать через докер-контейнеры. Вот первый способ у меня я так сделал, во втором решил уже не делать. Вот так. Он загружает, и также лодинг выдает нам соответствующий. Здесь уже передавалось API-хендлер мой. Там чуть посложнее логика была, это просто для практики с фласком сделал. И получил, прочитав документацию, я вывел следующие итоги, то, что Access имеет преимущество, потому что автоматически конвертирует ответ в JSON, чего не предоставляет обычный fetch. Access также поддерживается во всех основных браузерах. Fetch просто в некоторые только версии Chrome, я там точный список не помню, но помню, что он ограничен, в отличие от Access. Также Access позволяет разрабатывать и разработчикам перехватывать HTTP-запросы, и оба сервиса позволяют выполнять несколько запросов одновременно, то есть они асинхронные. Но есть такой же функционал для задания времени ожидания ответа, и для библиотеки Access, для пакетжа, это намного, конфигурацию этого сделать намного проще, буквально пару строк, а для фетча там надо будет отдельную, как я понял, библиотеку использовать, подгружать в отдельный пакет, и там уже намного сложнее реализовать этот функционал. Так, вот это, пожалуй, первый мой доклад. Готов ответить на ваши вопросы. Да, большое спасибо. Это, коллеги, кто хочет взаимодействие, может быть, подскажет, как вы делали взаимодействие с контентом. Аля, можно задать вопрос? Да, конечно. А вот тут написано то, что Access автоматически конвертирует JSON, так ведь с помощью fetch можно с одной командой буквально сделать так, чтобы он, ну, конвертировал его в JSON файл. Ну тогда это... Мы получаем текст, там JSON стринги файл, JSON парс, точнее не помню, и все, мы получаем JSON этого файла. Ну, а Access именно имеет преимущество, потому что он автоматически конвертирует этот ответ в JSON. Ну, и то есть тебе не нужно импортировать библиотеку. Мы подключаем, с одной стороны, да, Access. Да. А там можно на печи, в принципе, то же самое практически сделать. Ну да, конечно. Можно реализовать. Просто здесь вопрос именно того, что автоматически это делает или нет. Access предоставляет такую возможность. А печи все равно... Нужно будет импортировать библиотеку JSON или как она, JSONify. Точно не уверен, как она там в React
как используется. Вот. Но так это, да, реализуемая возможность на обоих библиотеках. Так, ну тогда, раз больше, я понимаю, вопросов не будет, я перехожу к следующей презентации. Это обзор фреймворков. Самых таких знаменитых Python фреймворков. Так, начинаем слайд-шоу. Так, вот, я бы хотел рассмотреть три фреймворка Python. Это Django, FastAPI и Flask. Так, начнем, пожалуй, с Django. Это фреймворк, основанный на паттерне MVC, а если быть точнее, на MTV, то есть MVC — это Model View Controller, а MTV — это Model Table, Template, извиняюсь, не Table, Template и View, то есть на шаблонной форме отображения данных. Вот. Достоинство этого фреймворка — это встроенная ORM, чего нет в Flask и FastAPI, но это такое себе достоинство. То есть если ваше приложение не требует взаимодействия с базами данных, то это будет просто лишний пакет, который вам придется подгружать, и это уже не очень... не очень скажется на скорости работы, на затрачиваемой памяти. И то есть это уже для некоторых проектов может быть лишним. Также Django предоставляет удобную админ-панель для работы со всеми функциями, будь то работа с базами данных, эндпоинты, все поддержание юзеров, аутентификация, все это реализовано в админ-панельке, и это хорошо очень визуализируется и очень облегчает работу для разработчиков. И также есть готовые шаблоны функций для контроллеров у Django, то есть подгружая некоторые библиотеки, например, ViewSets, Generics, вы можете использовать готовые функции этих пакетов, и буквально за 5 строк кода вы можете отобразить вьюху вашей базы данных со всеми функциями post-delete, put, update, patch и так далее. Вот. Так, я бы хотел рассмотреть, я рассматривал эти фреймворки создания сервисов по работе с базами данных. Вот, у всех аналогичная структура. Вот, в Django как гайд по созданию API-шки заключается в таких шагах, как создание модели с соответствующими полями, то есть модель-продукт. У него есть название, тот, кто его произвел, дата, когда этот продукт был изготовлен и когда срок годности исходит. Вот. Дальше мы создаем сериализатор, то есть данные модели, когда мы получаем, работая с базами данных в Django и вообще во многих фреймворках Python, когда мы получаем эти данные, они... тип данных этот query set. И с ним очень удобно работать. И поэтому создается в Django сериализатор данных. Мы там указываем, какие поля нам нужно сериализовать и выводить. И он преобразует их в удобный JSON формат. Далее мы можем либо использовать с помощью REST фреймворка роутеры, или же просто определять URL и пути с помощью регулярных выражений для роутинга нашего приложения. Роутинг связан с представлением, которое создается дальше. Это, то есть, отображение вот как раз query set. Мы получаем все данные и потом сериализуем их, и в итоге получаем JSON. И потом уже для удобства, для тестирования, для создания продуктов, чтобы не использовать другие ПО, например, просто вручную вбивая данные в базу данных или же используя Postman, мы можем с
помощью админ-панельки решить эти проблемы. Вот так она выглядит, для примера. Ну, это здесь пример именно по созданию продукта. Также это просто небольшой функционал отображает. Следующий фреймворк – это Flask. Он зависит от Werkzeug, это инструментарий для VSGI сервера, и Jinja – это шаблонизатор внутренний. Он также есть и в Django. Вот. Основан также на паттерне MVC, и с версии 2.0 он приобрел свою популярность, потому что до этого он не поддерживал асинхронность, что очень было, что при выборе, при построении приложения являлось ключевым во многих приложениях фактором. Но сейчас он это поддерживает, так что очень набрал большую популярность, имеет очень обширную документацию. Также он очень краток, что за минимальное количество строк кода вы можете реализовать большую API-шку. И также он славится своей совместимостью со многими продуктами, например, там Google App Engine, потом Amazon Web Services и другие. Вот. Но также он имеет ограниченный функционал ввиду того, что фреймворк все-таки небольшой, он считается мини-фреймворком, и все-таки больших сайтов каких-либо с большим функционалом, с большой такой продуктивностью все-таки на нем не стоило бы строить. Вот, для этого лучше выбрать Django. Но по скорости Flask считается, наверное, вот наравне с Fast API по быстроте обработки запросов. И если у вас небольшое приложение, то лучше бы использовать его. Так, ну вот здесь примеры кода. Это получается так же, как в Django мы создаем модель нашего продукта. Но также, так как Flask не имеет своей ORM-системы, то есть ну, приходится подключаться вручную через SQL Alchemy к нашей базе данных. Вот. Потом мы создаем сразу же роутинг. Для Flask это нормально, когда вы работаете вообще в одном Python файле, а в Django, в свою очередь, там все распределено по пакетам, по приложениям, по соответствующим, так сказать, вот если URL, то соответствующий файл для него должен быть URL.py. Если это вьюха, то соответствующий файл вьюха, views.py или viewsets. Вот. А во Flask, во многих приложениях используют даже один файл для роутинга, для BD и прочего функционала. Так, вот, так как функционал все-таки я реализовывал идентичный в обоих веб-сервисах, я предоставлю вам только одну презентацию на Flask. Вот, то есть мы обрабатываем тут запросы, это создание продукта с помощью PostmanEL предоставляют. Показываю это. Так, дальше мы получаем по роуту products все продукты, нами созданные. Здесь мы видим уже ID 3, это созданный продукт. По определенному ID-шнику по роуту product 3, например, мы получаем соответствующий продукт. Далее реализован put, то есть обновление данных. Это вот мы изменили у продукта под ID-шником 1 цену, и она поменялась. И потом, когда мы уже удаляем, используем delete для третьего, для продукта под ID 3, мы получаем общий пул наших продуктов, и из него, как видим, сейчас продукт под ID-шником 3. Сейчас это будет реализовано, вот. Ну, то есть обычная API-шка.
ничего такого сверхъестественного. Так, FastAPI — это современный, быстрый, высокопроизводительный веб-фреймворк для создания API. Из его достоинств я подчеркнул Swagger Docs, то есть обширная документация, все endpoint, все запросы, которые мы там реализуем, они очень подробно документируются. И для разработчика это просто неимоверные достоинства от фреймворка. Также из коробки здесь доступна интеграция с GraphQL. Ну и также фреймворк сам по себе является асинхронным. То есть здесь также с помощью, ну, я подгружал с помощью библиотеки, сейчас точно вспомню, CrowdRouter я подключал, и Ormor, это как раз отвечающий за асинхронность. Пакет, менеджер пакетов, вот. И также среди недостатков, пожалуй, я выделил это мало документации, так как фреймворк такой, один из новых, и документация все-таки по сравнению с Django и Flask поменьше. Ну и также ограниченный функционал, то есть в быстроте обработки запросов он не уступает другим аналогам, но все-таки, так как все-таки на нем проще писать небольшие приложения с ограниченным функционалом и большие приложения, например, какие-то сайты или сервисы, которые интегрированы с другими сервисами, все-таки лучше выбрать другой фреймворк, не FastAPI, он не предназначен для этого. Вот. Пожалуй, все. Готов ответить на ваши вопросы. Да, большое спасибо. Там задавать тогда вопросы. У меня, наверное, вопрос такой, как сейчас, скажем так, в проектах, ну, на твой взгляд, типа того, такого, который мы обсудили, учебного, какой фреймворк больше подойдет и какой функционал вообще из него подойдет под этот проект. Потому что рендеринг, допустим, он будет не нужен, будет больше чисто API. Вот с учетом каких-то таких моментов, что думаешь? Ну, если предположить, что вот мы как раз будем реализовывать вот наш проект, он, как по мне, является небольшим, поэтому Django мы сразу же можем отметать, потому что он подгружает лишние пакеты, это и скорость его крайне намного уступает количеству запросов, я смотрел анализ, вот, и из-за того, что этот фреймворк достаточно большой, приходится жертвовать скоростью. А я думаю, в нашем проекте скорость все-таки... Мы все-таки не должны жертвовать скоростью, потому что функционал как бы не такой уж большой, поэтому можно выбрать между Flask и FastAPI. И исходя из этого, я бы выбрал Flask, именно потому что у него больше документации все-таки для разработчика играет большую роль. И также, чтобы еще сыграла роль, ну, пожалуй, простота Flask. Вот. Я сам только вот знакомлюсь с этим фреймворком, до этого только на Django работал. Вот. И все-таки показалось, когда я создавал эти сервисы, то, что намного понятнее и удобнее является именно Flask. К тому же у него есть интеграция с VSGI сервисами, как UVCorn, Unicorn, вот, и это тоже может помочь нам в реализации нашего проекта. Так что все-таки я бы использовал Flask. Хорошо, да, большое спасибо. Коллеги, еще вопросы? Может, тогда вопрос. Какие вот можно назвать плюсы Flask по сравнению с
например, другими бэкэндами. То есть бэкэнд на питоне, именно фласковый, какие он имеет плюс через перед Node.js каким-то вакууме? Он же будет медленнее, скорее всего, менее масштабируемый и так далее. То есть, это имеет смысл? Так, ну с Node.js я, если честно, не работал. Это все-таки те, кто, наверное, фулстеком занимается и с React интегрирует. Как раз бэк Node.js. Так, ну, пожалуй, я просто вот мог назвать плюсы Flask, а с Node.js я бы просто рассмотрел, например, это вопрос на будущее. Вот, ну, спасибо за него. А так не назвал бы, наверное, плюсы того, с чем не имел дела. Но по скорости обработки данных Flask очень даже хорошо себя показывает. Мне кажется, можно будет, кто с Node.js работал, и кто с Python-ским бэкэндом работал, попробовать тоже сравнение такое сделать, ну, будет интересно. Одна из причин, почему питонский бэкэнд выбирается, потому что, ну, почти все машинное обучение сейчас пишется на Python, и там просто нативно это все встроено. У нас будет доклад по TensorFlow.js, но, опять же, тот фреймворк, который подымали используется сейчас, PyTorch, он имеет API на Python, довольно удобный, и большинство Data Scientist работает на этом языке. Поэтому пока предполагается так, такое взаимодействие. Ну, плюс у нас там у одного из клиентов такое взаимодействие выставлено, поэтому в перспективе может быть полезным. Так, коллеги, давайте еще по вопросам. Так, вопросов нету. Давайте тогда далее переходить. Так, я сейчас. А, видно экран? Да. Итак, мой доклад о способах хранения данных в браузере. Давайте начнем с куки. Итак, что это? Куки — это классический способ хранения простых строчных данных внутри браузера. Обычно они отсылаются с сервера на клиент, который может их сохранить, затем отправляются обратно на последующие запросы. К примеру, они часто используются при регистрации, авторизации, они сохраняют в себе токен. Преимущество кук — это то, что их можно использовать с коммуникацией с сервером. Можем определить для них срок жизни, вместо того, чтобы удалять их вручную. То есть по истечению заданного им времени они просто сотрутся с хранилища браузера. Так, далее перейдем к их недостаткам. То, что они добавляются к загрузке страниц документа и немножко замедляют. Далее, они не могут хранить большое количество данных, хранят себе только строки, имеют потенциальные проблемы с безопасностью. И в целом его не рекомендуют использовать после того, как появилось локальное сессионное хранилище. Так, давайте теперь рассмотрим методы. Первый метод — это secure. Сами куки следует передавать только по HTTPS запросу. И данный метод, он позволяет защитить нас от запросов с
таких сайтов, чтобы мы не могли, чтобы куки, которые были установлены этим сайтом, не могли быть получены на этом сайте и наоборот. То есть это повышает безопасность. Так. Далее перейдем к методу expireCMaxAge. Данный метод обозначает дату истечения срока действия куки и когда браузер его автоматически удалит. Здесь пример кода, где мы устанавливаем данное свойство в куки. То есть сначала мы получаем время и прибавляем к нему один день. То есть после истечения одного дня наша кука удалится. Далее метод SameSite. Это настройка безопасности. Применяется для защиты от XSRF-атаки. Это межсайтовая подделка запроса. Чтобы понять, как она работает, я приведу пример такой атаки. То есть давайте представим, что мы провели авторизацию на сайте какого-либо банка, и нам с сервера пришел токен, который был сохранен в куках. И с каждым запросом наш браузер будет отправлять его на сайт банка, чтобы сервер нас узнавал и выполнял всякие транзакции и так далее. Но, допустим, мы начали просматривать другую веб-страницу в окошке браузера и каким-то образом перешли на вредоносный сайт, который автоматически будет отправлять форму с запросом на сайт банка, с правильно заполненными полями, которые будут подделывать нашу авторизацию. И таким образом деньги спишутся с счета. Так как браузер посылает куки при каждом посещении банка. Данная настройка предоставляет защиту от таких атак. То есть мы устанавливаем свойства со значением strict. И куки никогда не будут отправляться, если мы не пришли с сайта банка. Иными словами, если мы перешли по ссылке из почты, которая отправляет вредоносную форму, то данный метод нас защитит. Так, теперь покажу вам код. Вот. Так мы создаем куки. Таким образом обновляем. И хочу показать пару полезных функций. Первая функция – это мы получаем куку. Мы производим поиск в куках, используем регулярное выражение. И получаем на выходе функцию, которая будет декодирована с помощью данного свойства. Далее функция setCookie. С помощью этой функции мы сможем установить нашу куку в браузер. Вот пример. То есть мы передаем имя куки, значение и expires, то есть время жизни нашей куки. Мы проверяем. Сначала мы закладываем в переменную exp
параметр, который мы ранее передали. Проверяем его тип, что он является числом и то, что он вообще существует. Получаем время и дату, устанавливаем ее, записываем время в миллисекундах в ту же самую переменную. Далее условием опять проверяем, что оно существует и имеет свойства строки. И передаем ее в пропсы, которая далее с помощью цикла будет подставляться в свойства кук. И последняя функция – это удаление куки. Тут ничего сложного. Мы устанавливаем время жизни отрицательное число, так как по умолчанию все отрицательные числа значит, что мы куку просто стираем. Так, далее переходим к локальному хранилищу. Локальное хранилище – это одна из разновидностей API веб-хранилища, специального API для хранения данных в браузере в формате ключ значения. Данный API был создан как решение проблемы, так как ранее было сказано, что они не совсем безопасны. Так, далее преимущество локального хранилища – это предлагает более простой интуитивный интерфейс хранения данных, более безопасный для хранения данных на клиенте и позволяет хранить больше данных в сравнении с куками. Недостатки – это также позволяет хранить только строки, что делает его совершенно бесполезным, если речь идет что-то сложнее, чем строки. На данной картинке видно, что все браузеры поддерживают локальное хранилище, и мы спокойно можем его использовать. Таким образом, мы передаем созданный объект в хранилище, имя будет user, и переводим его в JSON-строку. Так мы его прочитаем. Вот он у нас выводится. Предварительно парзим обратно из JSON в наш объект. Таким образом мы его обновляем, меняем свойства age и таким образом удаляем. Далее сессионном хранилищу. Это вторая разновидность Web Storage API. Оно точно такое же, как и локальное хранилище, только за одним исключением. Это данные хранятся для сессии вкладки браузера. То есть, когда мы выйдем, они сразу же удалятся. Преимущества и недостатки такие же, как и локального хранилища, и по поддержке браузера мы видим то, что опять же, все браузеры имеют это API. Далее переходим к хранилищу как IndexedDB. Это намного более сложное и проработанное решение для хранения данных в браузере. Для хранения на клиенте значительного количества структурированных данных. Преимущество данного хранилища – это хранилище ключей и значений. Доступны несколько типов ключей. Значения могут быть почти любыми. Поддерживает транзакции для надежности. Сейчас вам объясню, что это такое. Поддерживает запросы в диапазоне ключей и индексы. Позволяет хранить больше данных, чем локальное хранилище. Недостатки – это то, что локальное сеансовое хранилище имеет недостаток, заключающий в ограничении доступного пространства от 2 до 10 мегабайт места на сайт, а IndexedDB имеет гораздо больше. Данные хранятся на стороне клиента, то есть данные хранятся в том же браузере, в котором вы работаете.
Далее перейдем к транзакциям. Использование Indexed DB является более сложным в сравнении с остальными методами. И данная функция, она принимает два аргумента и возвращает сам объект транзакции. Благодаря ней построена вся работа данного хранилища. Первый аргумент у этой функции – это список хранилищ объектов, которые будет охватывать транзакция. Мы можем передать пустой массив, если хотим, чтобы данная транзакция охватывала все хранилище объектов. Но рекомендуют этого не делать, так как получится вот такая ошибка. Из-за того, что пустой массив, который мы передали, будет ее генерировать. Если мы не будем указывать второй параметр у этой функции, то мы получим транзакцию только для чтения. Подобно тому, как запрос имеет обработчики событий, он success и он error, транзакции тоже имеют обработчики событий, такие как onComplete, onError и onAbort, которые мы можем использовать для обработки ответа на завершение транзакции. Про какие запросы тут имеют в виду? Это запросы такого типа, когда мы получаем нашу базу, у нас генерируется запрос, который будет срабатывать в случае успешного открытия базы данных и в случае ошибки. Теперь перейдем к самим обработчикам транзакции. Первый обработчик позволяет обновлять схему базы данных в обработчике, то есть каждый раз, когда наша база данных будет менять версию, то есть второй параметр данной функции – это версия с первой, второй, третьей и так далее, у нас будет срабатывать это событие. Далее событие onSuccess срабатывает после завершения предыдущего события и срабатывает после обновления страницы. И последнее событие покажет ошибку, если что-то пошло не так. Далее перейдем к примеру. Indexed DB – это асинхронная API, поэтому возможно одновременное выполнение множества запросов. У нас есть такая строчка, есть две функции. Первая делает из этой строки все символы в верхнем регистре, а второе добавляет в конце восклицательный знак. На данной картинке мы видим, как работали бы эти функции без транзакции. Сначала у нас бы начала выполняться первая функция, за ней вторая. Они бы выполнились и вернули бы результат. И в конце концов значения из этой функции были бы перезаписаны этой функцией. И по итогу мы бы получили лишь надпись в верхнем регистре без восклицательного знака. Но с транзакцией мы бы дождались выполнения первой функции, затем выполнения второй функции, и на выходе получили бы то, что нам нужно. Так, особенность транзакции это в том, что сначала хочу сказать то, что существует несколько типов транзакций. Это чтение-запись, чтение и просто запись. Так, почему же они существуют? Главная причина этому – это производительность. Почему транзакции необходимо помечать как read-only или read-write, это потому, что
транзакции с типом read-only могут выполняться одновременно. То есть данные три транзакции выполнятся одновременно. А если бы какая-то из них у нас была, например, read-write, мы бы сначала дождались выполнения этих транзакций, а лишь потом приступили бы к выполнению данной транзакции. Так, далее перейдем к хранилищу объектов. Это общий синтаксис для создания хранилища объектов. То есть мы можем создать с помощью данного метода. Первый параметр name — это название хранилища. Второй — это key options, это не обязательно объект с одним или двумя свойствами. Далее это key path, путь к свойству объекта, который IndexedDB будет использовать в качестве ключа, например, ID-шник. И автоувеличение. Если значение будет true, то ключ будет формироваться автоматически для новых объектов как постоянное увеличивающее число. Что же такое ключ? Ключ, он будет вычитываться автоматически. То есть, условно, мы будем сохранять любую заметку в наш список заметок. И после сохранения одной, двух или трех, то у четвертый ключ будет равен четырем. Все объекты в хранилище, они имеют ключ по умолчанию. И когда мы создаем хранилище с такой строкой, мы можем передать данное свойство, которое будет их увеличивать автоматически. Так, далее поговорим про курсор. Он нам нужен, если мы хотим пройти через все записи хранилища. Давайте я покажу на примере кода, чтобы было понятно. Так, для начала мы откроем версию базы данных 1. Записываем события, которые сработают после открытия базы данных. Создадим хранилище объектов с именем nodes. Добавим свойство, которое будет увеличивать ключи автоматически. Далее опишем код, который сработает в случае успешного открытия базы данных. В нашем случае будет срабатывать функция get and play nodes, которая будет передаваться сама база данных. В первых двух строчках мы запускаем транзакцию на получение хранилища наших записей. Далее мы получаем само это хранилище. И теперь перейдем к самому курсору. Мы создаем запрос, пустой массив, и далее описываем обработчик в случае успешного запроса. Записываем результат в переменную курсор. Проверяем, что он не нулевой. Это значит, что мы получили элемент. И пушим нашу заметку в пустой массив. И пишем, вернее, не пишем, а получаем метод продолжения. Он работает как цикл while. И продолжает извлекать заметки до тех пор, пока не переберет все. Далее проверяем то, что все заметки кончились, и мы их отображаем с помощью функции displayNodes, которая генерирует разметку.
и по итогу получаем все наши заметки. Так, далее переходим к индексам. У нас есть хранилище заметок, и мы их храним с отметками времени. Так, сейчас я покажу. Так. То есть вот это время. И, допустим, мы хотим реализовать функцию удаления наших заметок именно по времени. Для этого нам как раз таки помогут индексы. Мы будем выполнять запрос по полю timestamp. Для этого нам нужно дать этому полю индекс. Как только у нас появится индекс, мы сможем его запросить. Но для начала нам его нужно создать. И для этого нам нужно обновить версию нашей базы данных для второй, чтобы заново запустилось это событие. И изменения, которые мы написали, вступят в силу, то есть индексы, которые мы создали. Теперь у нас есть обновленная версия, где хранилище объектов nodes уже есть. Но на всякий случай мы проверим это. То есть если оно есть, мы его достанем. Если же нет, то создадим. И такое же условие, которое проверяет, если индексы, если их нет, то мы их создаем. Индексы хранятся вот здесь. Вот они. Так, далее реализуем удаление. Получаем признак выбранной записи по специальному атрибуту DataID, который устанавливается в HTML-теге. И так, сейчас покажу, где оно устанавливается. Так, вот при создании разметки мы его устанавливаем. И как раз-таки в содержание данного атрибута у нас попадают индексы, а индекс... Значение индекса – это как раз-таки время создания самой заметки. Открываем транзакцию. Далее получаем хранилище. И получаем сам индекс именем timestamp. Далее получаем ключ записи. И в случае успеха мы просто удаляем нашу заметку с помощью специального метода delete и передаем туда наш ключик. Так. Сейчас покажу на примере. Вспомнил. Я открыл не тот порт. Так. Не понял. Так, что-то пошло не так, мне нужно продебажить код. Странно, до этого работал, я все тестил.
Так, ладно, вернемся к презентации. Так, с данным типом хранилища разобрались. И теперь такая картинка, которая наглядно покажет сравнение между всеми типами веб-хранилищ. Вот можете посмотреть. Так, в принципе, все. Дармит, спасибо. Коллеги, давайте тогда, как обычно, зададим свои вопросы. Вот сейчас заработало удаление. Да, давай посмотрим тогда. Сейчас включу. Так, вот. Странно, почему до этого не работало. У меня есть вопрос по поводу вот индекса DB. А практически она где используется? То есть там куки и local storage, понятно. А вот до половины жесткого диска, где на практике можно использовать, применить такую базу данных на клиенте оставить? А, понял. Но это имеется в виду то, что куки локально и сессионных хранилищ используют строки. Они занимают по памяти гораздо меньше. А в индексе DB можно хранить объекты, массивы. Вот. Это уже мы решаем, где использовать локальное хранилище куки или индексы DB в зависимости от той задачи, ну, которая поставлена перед нами. Да, у меня еще будет вопрос. Алло, слышно меня? Можно? Задать вопрос. Да. Так вот, вы сказали то, что в индексе DB можем хранить данные. Например, можно будет туда фотографию сохранить, к примеру? Значит, фотографии не знаю, но можно ставить, например, путь к этой фотографии. Ну как, текстовую информацию, да, получается? Ну, условно, у нас на компьютере хранятся какие-либо фотографии, можно там с помощью объекта указать пути. Их к путь указать, да, а потом уже использовать. Да. А насчет самих фотографий не уверен. Все понятно. По идее, если BASE64, почему нет? Не текста. Можно попробовать. Ну, если B64, он там декодирует, там как строку можно отправлять, тогда можно без индекс DB обойтись. Ну, это, опять же, нужно все решать от задачи, которая стоит. Ну, вроде эти в blob-формате, там тоже в зависимости от качества изображения, может очень много занимать, там до мегабайт. А можно вопрос про конкретные, например, применение локального и сессионного хранилища для каких-то популярных функций? Есть такая функция во многих страницах аутентификации, как запомнить меня, то есть запомнить компьютер. Насколько знаю, это можно реализовать с помощью локального хранилища и сессионного. Поэтому можно... Да, я говорю то, что, опять же, например, при авторизации и регистрации у нас с сервера приходит условно токен, и на бэкэнде, насколько я знаю, обычно пишут время жизни этого токена. Вот, и я думаю то, что если есть такая функция, как запомнить меня, то есть когда мы ее тыкаем, то с бэкэнда приходит какой-то особенный токен, у которого время жизни больше, чем у обычного. И мы этот токен просто кладем в локальное хранилище, и он будет там храниться, пока не умрет, и не потребуется повторная авторизация.
Спасибо. Вопросы вроде бы закончились. Тогда давайте дальше. Как раз про авторизацию немножко. Да-да, я получу следующий. Так. И React Native плюс TensorFlow.js чуть-чуть натронем. Угу. Так, видно? Так, ну, начну с авторизации. Мы как раз тему затронули. Сначала давайте разберем сессионную авторизацию. Так, покажу на примере. Так, тут у нас регистрация, там пишем случайный текст, понятное дело, и отправляем его. Соответственно, мы зарегистрировались на сервере только что. И нам в сессионном у нас в куке приходит. Нам приходит ключ, сессионный ключ, соответственно, сгенерированный на сервере. И мы по этому ключу теперь сможем заходить повторно, ну, при перезагрузке страницы. Вот, опять же, я опять авторизовался. Если мы выходим, то, соответственно, ключ стирается из куки. Так, теперь уже смотрим в коде. Так. Начну с фронта. В принципе, на фронт-часть авторизация почти никак не влияет, то есть всегда одни и те же паттерны. Тут вся логика на бэке, соответственно. Так, это у нас сессион, да. Соответственно, у нас есть функция, которую мы запускаем при старте нашего приложения, когда главная компонента монтируется, и отправляем, если у нас есть, соответственно, куки на сервер. Ну, запрос на чек-куки. Соответственно, если сервер отправляет true вместе с некоторой датой, если отправляет, конечно, и мы устанавливаем, соответственно, true. Соответственно, когда мы выходим, мы тоже отправляем это на сервер, и, соответственно, уже в локальном storage меняем там разные переменные. Так, теперь посмотрим уже на бэкэнде. Со стороны бэка, опять же, у нас есть массив данных, тут захаркожен один. Соответственно, если динамически посмотрим, тут сейчас еще один лежит, который я только что зарегистрировал. И у него же есть сессионный ключ. Соответственно, в этом массиве тоже лежит еще один сессионный айдишник. И когда к нам приходит, соответственно, запрос, вот регистрационный, который мы изначально сделали, соответственно, ой, нет, это JVT. Вот, сессионный. Так, и, соответственно, ну, это легкая валидация, и мы устанавливаем куки этого сессионного ID. Здесь мы его где-то генерим. Так, да, вот генерация. Мы записываем его в наш массив, и каждый раз, когда к нам будет отправляться этот ключ, мы будем прогонять по массиву сессии, и если мы будем находить его, мы будем по ID-шнику находить уже пользователя и возвращать пользователя или какие-либо другие данные. Чем этот способ лучше, чем если в тех же куках хранить логин и пароль? То есть, когда злоумышленник либо кто-либо перехватывает наш логин и пароль, он имеет фактически вечный доступ к нашему аккаунту, пока мы не поменяем пароль, и он сам может это, скорее всего, сделать. Если мы рассматриваем именно сессионный ключ, то когда... Так, я залогинюсь. Соответственно, когда мы нажимаем кнопку «Выйти», этот сессионный ключ стирается не только у нас, но еще, этот сессионный ключ стирается на стороне бэка. То есть по этому сессионному ключу уже невозможно будет зайти. Так, соответственно, теперь рассматриваем токен. Так, делаем то же самое. Так,
опять же, мы авторизовались. И токен я поместил уже в этот в локальное хранилище. Так, не понял. Вот оно. Так, вот, соответственно, сам токен. Так, я подготовил тут фотографию. Это примерно такого вида имеет токен. То есть он имеет заголовок, и тут обычно приписывается тип и как он захеширован. Вторая фиолетовая часть тела, соответственно, там какие-то данные переведены. У меня это просто ID-шник, то есть в баде. И, соответственно, информационная часть тоже как закодирован. Так, сейчас со стороны фронта, в принципе, практически так, токен ничего не меняется. Мы также делаем запрос, но только теперь куки может иметь доступ сервер, если мы в запросе пропишем вот эту строчку. А уже со стороны токена мы сами достаем его из локального хранилища. Ну, в принципе, его можно и в куки засунуть, это не принципиально. Так вот, получаем обратно данные, если все правильно. И тут, в принципе, похожая логика. Ну, только при выходе другая логика, потому что мы просто удаляем этот токен, даже не оповещая этот сервер. Ну, потому что я сделал бесконечной жизни токен. Так, вот переходим на сервер, соответственно. Тут при регистрации мы получаем, ну, логин, пароль, понятное дело. И уже с помощью библиотеки GVT и функции sign мы создаем ключ. Первый объект — это то, что мы хотим положить внутри, данные. Соответственно, у меня это ID-шник. Дальше секретный ключ — это случайная строка. У меня это просто secret key. Строка. Так. И, соответственно, время жизни. Это, соответственно, 1 час. Я сделал всего 1 токен без refresh-токена, потому что тут бессмысленно показывать с рефрешем, потому что нет функционала у этого. Ну, соответственно, когда мы выходим, здесь просто стирается токен. И мы уже не можем запрашивать новые данные. У токена, соответственно, есть еще и refresh-токен. Это когда, ну, у него обычно время жизни намного больше. И refresh-токен мы не посылаем вместе с обычными запросами, потому что обычный токен обычно посылается с любым запросом. И то есть, когда злоумышленник перехватывает GVT-токен именно во время запросов каких-либо, у него есть этот токен, который там живет 1 час, например, как у меня. А когда мы, соответственно, клиент, и у нас есть refresh-токен где-нибудь еще, нас оповещает сервер, то, что GVT-токен уже все, негоден, и мы отправляем уже refresh-токен. Refresh-токен, соответственно, стирается, потому что он одноразовый, и нам приходит новый и refresh-токен, и обычный токен, который живет поменьше. Так, в принципе, с авторизацией все. Так, сейчас. Следующее, давайте нейронки. Так, первая нейронка — это у нас Core. Так, это она. Тут я здесь использовал библиотеку ML5. Это надстройка на TensorFlow как раз для нативного JavaScript. Соответственно, я взял обычный... Сначала давайте лучше пример покажу. Так. Тут вводим эпохи обучения. Так, 100 поставим. И это количество элементов в массиве обучения, соответственно, тоже пускай будет 10. Так, теперь по-быстрому выбираем, где лучше смотрится. Так. Все. Теперь происходит обучение нейронки. Сейчас, по идее, должна выскочить панель, да? Вот. Сейчас будет проходить 100 эпох. Соответственно... Так, соответственно, наша нейронка готова. Теперь она уже говорит нам, какой текст подбирать к фону. Так, тут можем смотреть. Вот она выбирает. Вроде нормально научилась. Хотя тут не очень. Так, соответственно, код.
Я взял обычную нейронку. Так, дальше по клику мы засовываем те данные, которые сейчас есть, то есть случайно подобранные GB, и правильный ответ, который выбрал пользователь, в данные, которые мы будем потом тренировать. Как только счетчик заканчивается, который мы ввели в начале, мы, соответственно, начинаем тренировку нейронки. После мы уже запускаем функцию. Так, вот она. Где сама нейронка уже выбирает, что поставить. Так, следующее это у нас тоже TensorFlow и тоже ML5, но уже... Так, тут нужна рандомная картинка. Сейчас. Так, соответственно, вводим URL, загружаем картинку и уже смотрим. Это уже готовая модель. Это у нас, по-моему, MobileNet. То есть у нас получаем на вход картинку, а, соответственно, на выходе, что это такое на картинке. Ну, то есть какой объект изображен. Тут, соответственно, ничего не понятно, потому что картинка такая. Лучше взять что-то полегче. Так. Допустим, это. Господи. Так. Так, соответственно, смотрим. Ну, ты практически угадал. Так. Соответственно, это тоже ML5, как я уже говорил. И тут мы уже импортируем готовую модель с TensorFlow. Ждем, пока загрузится. Дальше на основе того URL делаем картинку, и на фото он получает DOM-элемент AMG. Дальше, понятное дело, мы загружаем эту картинку, и он на основе уже своих обученных моделей говорит нам, что это. В принципе, это достаточно удобно именно для JavaScript, если используются простые приложения. Так. Следующая модель. К сожалению, не смогу ее показать, потому что у меня ляжет ноутбук, но я дам вам ссылку на репозиторий. Можете включить сами. Сейчас. Так. Господи, как тут чат открыть? Вот ссылка. Можете себе клонировать репозиторий и проверить. Я расскажу сейчас, что это. Так, это... Мы используем, опять же, точно такую же обычную модель, точно только другую, CocoSD. Сейчас. Вот она. Она тоже получает на вход изображение, но на выход она уже отдает не просто, что это за объект, а объект с координатами. То есть мы будем знать, какие объекты находятся на фотографии и их координаты. Соответственно, мы подключаем веб-камеру, и раз в... Тут стоит секунда, можно сделать поменьше, если железо посильнее. Мы делаем функцию detect. Соответственно, веб-камера дает нам покадрово, то есть один кадр, который в эту секунду был, и мы загружаем его в нейронку. Тут мы для Canvas и для веб-камеры выбираем высоту и ширину, это так. Дальше вот здесь происходят данные. В объекте Object, соответственно, будут находиться массив с объектами, которые мы нашли на... Точнее, нейронка нашла на фотографии. Там будут их координаты x, y и что это такое. Их может быть достаточно много на картинке. Дальше мы отправляем все в Canvas,
и рисуем. Точнее, создаем canvas и рисуем. Так, функция canvas. Ну, тут простая рисовалка, то есть получаем координаты, делаем прямоугольник и пишем, что это такое. Так, в принципе, поэтому все. Так, теперь... Так. Так, соответственно, теперь у нас React Native. Это, как всем, наверное, уже известно, React — это мультиплатформенная вещь, и она работает много с чем. К примеру, чтобы связать React с вебом, мы используем библиотеку React DOM. Соответственно, здесь мы используем React Native. Правила построения приложения, в принципе, точно такие же. То есть у нас есть логика, у нас есть state локальный, опять же, хуки, ну, тоже хуки. Так, ну, логика. Только отличие в том, что, соответственно, здесь мы не можем использовать HTML и JSX. И здесь мы используем кастомные компоненты, то есть основная — это view, текст, image и камера. Ну, камера — это уже дополнительные. View примерно работает как дивка. Текст работает не как HTML тег, потому что мы обязаны в React Native любой текст запихивать в эту компоненту. Потому что если запихнуть его просто во view, то она выдаст ошибку. Так, соответственно, я не смогу показать приложение. У меня нет эмулятора. Можете, опять же, скачать, но тогда придется еще на телефон докачивать Expo, по-моему, называется, да, Expo. То есть мы билдим здесь проект. Можем сбилдить, но он мне будет очень долго. Так. Ой, так. Соответственно, у нас выдастся панелька с QR-кодом, и можно будет, используя приложение, туда зайти и разрабатывать в реальном времени. Так, это приложение у нас обычная камера. То есть мы берем данные с веб-камеры, точнее уже не с веб, а обычной камеры. И в момент нажатия кнопки, так, вот она у нас кнопка, это получается, мы забираем с нее кадр и в этот в тег image, примерно как и в вебе, мы засовываем путь до картинки, которая сохраняется на телефоне. И здесь же, когда получаем ее URL, отрисовываем в этом окне. Так, ну, стартовать она у меня еще минут 10 будет, так что думаю, что давайте вопросы, если есть. Большое спасибо. У меня есть вопросы, связанные с авторизацией. Mm-hmm. Ну вот мы планируем начать наш проект, и у нас пока нет окончательного решения, использовать session, для session использовать cookies или JSON Web Token. Вы показали, как бы, как это устроено, имплементацию, но плюсы и минусы, и что вы рекомендуете использовать, и почему? А, ну, тут разница, опять же, в защите, скорее, этого самого токена. Ну, я рекомендую GVT токен, именно двухэтапный, то есть с двумя токенами. Это, наверное, сейчас самое безопасное, что есть. Но
если наш проект не такой большой и навряд ли кто-то его собирается взламывать, то, в принципе, можно использовать что угодно. Но я, опять же, за JVT. Окей. Okay. А есть какие-то разницы, если мы будем использовать load balancer и несколько бэкэнд-приложений? Несколько бэкэнд-приложений? Ну, тогда сессионный ключ не будет работать на несколько... Точнее, для того, чтобы использовать несколько серверов, нужно на каждом делать одинаковые эти массивы с сессиями. Это неудобно. Лучше уже JVT. Да, это еще один плюс в копилку JVT. Окей, спасибо. Можно вопрос по поводу вот, TensorFlow.js? Ну вот как раз, кажется, открыто на демонстрации экрана страница. Это отдельный репозиторий? А, ну, в общем, там, получается, можно использовать вот эти вот предобученные модели только с этой страницы или есть, ну, может, какие-то другие, ну, типа реализации вычислений на JS, чтобы на клиенте они вычитались, но которые можно было бы тоже загружать с этим фреймворком? Или там они только вот отсюда берутся? Именно эти с TensorFlow, да, только отсюда берутся. Но это уже готовые, обычные. Там, по-моему, есть приложение, я сейчас забыл, как называется, там можно самому создавать такую модель, самому тренировать, и все это в легком интерфейсе в браузере. А как называется? Или, да, не помню. Я сейчас не помню. Я могу скинуть себе беседу, если нужно, попозже. Ладно, она будет загружаться очень долго, так что сейчас остановлю. Ну, все, получается, закончил. Да, большое спасибо. Так, коллеги, если есть вопросы, давайте два зададим. Вопросов нет, тогда на сегодня это у нас последний доклад. Всем да, большое спасибо. Так, по проекту тогда давайте в чате уже дообсуждать. И у нас следующая встреча по проекту во вторник в 19.30. И в четверг в 19.30. И на следующий четверг у нас уже два доклада. Планируется, по крайней мере, точно по анимации. И Денис про Redux должен рассказать и прочее. Так, тогда все, наверное. Если у кого-то еще какие-то моменты, вопросы, давайте да, обсудим, если нет, будем расходиться. Ну, пока я отсутствовал, я подумал о дальнейших шагах. Можешь запись выключить? Mm-hmm.